Абсолютное большинство людей, вне зависимости от возраста, используют его для складирования. Как правило, это хранение различной посуды для запекания, форм для выпечки и прочих объемных штуковин, которые затем помещают в духовку. Кажется, что такое встречается во всех странах мира. И везде этот ящик под духовкой используют не по назначению. Он действительно предназначен для хранения, но совсем не посуды. Создатели современных кухонных плит предполагали, что там будет находиться готовая еда. Конечно же, не все содержимое холодильника, а всего лишь блюда, которые вот-вот попадут на стол. Например, вы приготовили жаркое, но до ужина еще около получаса. Вот в такие моменты нужно использовать ящик под духовкой. Он должен помочь сохранить нужную температуру блюда, уберечь его от засыхания, ну и заодно от слишком нетерпеливых домашних. Но это же просто гениально!